Как сделать коробку для подарка? Тебе понадобится цветной картон, линейка, карандаш, ножницы, клей для картона, ленточка или стикер для украшения коробочки. Определившись с размерами коробки, расчерти ее схему. Сделай надрезы по красным линиям. Затем обрежь лишнее. От каждого загиба отрежь по 2 мм. Внешние уголки боковых сгибов тоже придется обрезать. Сложи и склей коробочку, используя клей или двусторонний скотч. Крышка делается так же. Просто добавь по 2 мм к длине и ширине и сократи на 2 мм высоту. Коробка готова. Укрась ее как захочешь.